Когда мы говорим о таком непростом лидере, как Уго Чавес, я думаю, что слишком мало у нас союзников в Латинской Америке. Я думаю, это ход абсолютно дипломатический, когда мы говорим, что вот улица будет названа вашим именем, вы, пожалуйста, с нами поближе, потеснее, не разрывайте контракты, не пересматривайте никакие контракты, которые ранее были заключены с нашими фирмами уже при новом президенте. Я думаю, смысл только в этом. И абсолютно неважно, ждать 10 лет или ждать там один день после смерти выдающегося человека. То, что он был выдающийся для Латинской Америки, это понятно всем, потому что он сумел всколыхнуть, в общем-то, самосознание многих латиноамериканцев, которые сегодня объединяются вокруг новой идеи, причем такой цивилизационной идеи. Я думаю, что это правильная позиция нашего государства и нашего города назвать улицу. Я бы вообще любого лидера, который хоть как-то, каким-то образом выстраивает отношения в нормальном русле с Россией, увековечил, даже памятники ставил.